чем обработать растения, чтобы накачать плод. До свидания. Поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Как сделать плод больше? Чем обработать растения по листу? Чем полить? Через неделю нам собирать первую кисть. Купите только у нас, по нашей скидке, классный препарат, и у вас будет... Он не развивается. Поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Не даем друг друга разводить, что такого препарата не существует, ничем не работаем, плоды накачать невозможно. Поставьте лайк и поделитесь с друзьями. И обрабатывать растения по листу препаратом Benefit. Понимаем после этого, что препарат Benefit от компании Valagra работает, правильно его применяем в нужное время и в нужном количестве, как рекомендует производитель. Всем привет, это канал Агродвиж. Давайте с вами разберем, как сделать плод больше, как его накачать. Сейчас все начинают собирать первую кисть, то вторую, и у всех у вас и у меня один и тот же вопрос. Чем обработать растения по листу, чем полить? Или где купить волшебную палочку, чтобы взмахнуть, либо что-то другое применить и сделать плод больше, чем это есть на самом деле. Когда возникает этот вопрос? Через неделю нам собирать первую кисть. Через два дня нам собирать первую кисть. И мы уже видим, какое количество на растении плодов. Мы видим первую, вторую и остальные кисти, шестую, седьмую, восьмую. И мы уже видим, сколько плодов на растении есть. И если все будет хорошо, если растения не будут болеть, они будут все не полопаются, они будут все в сохранности, мы уже подсчитываем свою виртуальную урожайность. И понимаем, чтобы повысить заработок с этой площади, необходимо эти плоды сделать максимально крупными. Так, количество уже мы изменить не можем, только можем изменить размер. И в соцсетях, там, в Вайбере, в Телеграме, либо в видео, в комментариях у всех один и тот же вопрос. Чем обработать растения, чтобы накачать плод? Магазины все этим пользуются, и купите только у нас, по нашей скидке, классный препарат, и у вас будет большой плод. Мне это спрашивают у меня, и на что я отвечаю, что такого препарата не существует, ничем не работаем, плоды накачать невозможно. На что появился комментарий, а как же Benefit? И давайте разберем, как он работает. Препарат Benefit — это препарат от компании Valagra, это Италия делает. Классный препарат, если им правильно работать. То есть, все начинают качать кисть, когда ее через неделю собирать. Начинают брызгать препаратом Benefit и ждут, когда она нальется. Возможно, она растет в размерах. Это влияет за счет классного климата, что у нас удлиняется день, становится длиннее, а лучше температуры. Все начинает усваиваться, кисть растет, мы лист оборвали, она прогревается и кисть растет. Не от Benefit, а от условий сложившихся. А Benefit влияет только на зависть, которая только что появилась. Вот, к примеру, зависть, которая неделю назад она завязалась. И в течение 7, максимум 10 дней, в таких плодах, которые размером как голубиное яйцо, происходит активное деление клеток. И обрабатывать растения по листу препаратом Benefit стимулирует большую выработку гормона цитокинина и стимулирует большее количество образования клеток внутри будущего плода. Допустим, в плоде у нас плюс-минус приблизительно миллион клеток, допустим. Миллион, если мы не обрабатываем препаратом Benefit. Если обработать растения препаратом Benefit, цитокинины делают свое дело, образуется большее количество клеток, и мы имеем на 20% больше клеток, чем было бы изначально. То есть 1 200 000. И вследствие этого плод с большим количеством клеток легче накачать, легче эти клетки растянуть, не потеряв в качестве, а выиграв в размере, в вкусе, и этот плод не будет лопаться. Так, плод будет более прочный, клетки они будут прочные, их больше. А растягиваем эти клетки чем? Водой, азотом, гормон ауксин. Работаем препаратом Benefit правильно, вовремя. И самое главное запомнить, что размер до голубиного яйца завязи и время не более 7, максимум 9 дней. И никогда не путать с плодами, которые, не плодами, а завязью, которая уже находится на растении там месяц или два. Вот смотрите, вот вторая кисть. И есть такой плод, который уже висит на нем, со середины марта. Что-то у него не получилось, деление клеток не происходило, он не развивается. То есть сейчас такой завязи ничего не происходит и никак не воздействует. Воздействует только на ту, которая развивается, и максимум неделя от образования. Неделя после появления завязи, она влияет на налив, на накачку плода. То есть помогает в дальнейшем легче его накачать.
в то время, когда только появилась зависть. А на первую кисть, на вторую, либо которая ниже находится, препарат не действует, так в них, в этих плодах, нету никакого деления клеток. Эти клетки только сейчас растягиваются, они никак там делиться не будут. Они уже закончили там деление еще 15-го, первая кисть закончила свое деление 10-го, там 12-го мая, марта. И после появления первой завязи, и когда она опылилась, 10 марта необходимо было обработать препаратом Бенефит. Потом 20-го необходимо было обработать вторую кисть, 30-го третью кисть и так дальше все кисти. Тогда этот препарат подействует. А сейчас применять, надеясь, что то, что у нас нальется первая кисть, этот препарат никак не подействует. Он подействует на растение, только на последнюю кисть, которая в течение недели прошлой она была образована. То есть у нас будет 6-я, 7-я, 8-я кисть, она будет большего размера, чем есть на самом деле. А первую уже поздно накачивать, что-то с ней делать, как-то ее изменять. То есть не даем друг друга разводить, покупаем препарат Бенефит вовремя. На первую кисть покупаем, когда она только появилась, а не когда ее собирать через 2 дня. И получаем хорошие плоды, хорошего качества, нужного размера. И понимаем после этого, что препарат Бенефит от компании Валагра работает только после того, когда мы правильно его применяем в нужное время и в нужном количестве, как рекомендует производитель. Всех хорошего урожая, подписывайтесь на канал. Если это видео вам помогло, поставьте лайки и поделитесь с друзьями. До свидания.